Шарами и букетами цветов, с улыбками на лицах первоклассники в сопровождении выпускников вступают в новую школьную жизнь. Учеба у лицеистов будет яркой и интересной, но пока дети переживают. Я волнуюсь, там иду в первый класс, первый день в школе, немножко боюсь. Не меньше волнуются и родители. Некоторые сами учились в этой школе, а сегодня привели уже своих чад. Я тоже училась в этой школе, закончила ее. Вот теперь дочь приняла. Мы желаем своим детям хорошей учебы, здоровья, терпения нам, и учителям, и нашим детям. Я иду в пятую школу и хочу учиться на пятерке. В многопрофильном лицее 114 детей пошли в первый класс. Если говорить в целом о школах города, первоклассников в этом году 1367. Всего школьников почти 12 тысяч. Я желаю ученикам интересной учебы, хороших знаний, интересного времяпровождения, интересной жизни. Уважаемым учителям желаю творческих успехов, здоровья, благополучия. На линейках была минута молчания. Димитровградцы почтили память погибших в Беслане 11 лет назад. Одна из учениц исполнила песню о мире на этой земле. Юлия Лаптева, Анжелика Бровинок. Наше время.